Эшли, детская комната за этой дверью. Берегись! Детскую комнату по личному приказу Анны Генриетты. Закрыто, разумеется. Регис, мне бы не хотелось возиться с дверьми. Ты не будешь так любезен? Разумеется. Что-то есть внутри. Никого тут нет. Нет. Пусто. Ключик спрятан за рамой. Больше поисков и меньше разговоров. Больше поисков и меньше разговоров. Игрушечная посуда, плюшевые игрушки. Как же я их не люблю. Деревянная уточка. Кто-то ей оторвал крылья. Красивая мелодия. И правда. Жалко, механизм поврежден. Тетрадь. Собственность Изабель де Рокфор, придворной гувернантки. Это записки опекунши Сианы и Анны Генриетты. Из тех времен, когда они были детьми. Не знаю, как нам это поможет, но пролистать его, разумеется, надо. Сиана подарила мне самодельную открытку. Прелесть. С обезглавленными, окровавленными людьми. А может и нет. Я спросила, зачем она это нарисовала. Княжна ответила, что это сцена из кошмаров, которые снятся ей, сколько она себя помнит. В самом деле, Сиана каждую ночь просыпается с криком, если только не спит в одной постели с Анной Риэтой. Кажется, девочкам, над которыми висело проклятие Черного Солнца, снились кошмарные сны. Некоторые сходили от них с ума. Сегодня девочки поссорились. Должна отметить, что вели они себя не как пристало дамам. Дошло до рукоприкладства. Первой ударила сестру Анна Генриетта. Сиана не осталась в долгу. Прежде чем я их разняла, Анна Риэтта потеряла 2 молочных зуба. Она сейчас же побежала жаловаться родителям. Его княжеская милость не принял на веру моих показаний, и всю вину возложили на Сиану. Девочка была серьезно наказана. Анна Риэтта пыталась потом смягчить ситуацию, но князь и княгиня были непреклонны. Ну да, если уж заслужила репутацию паршивой овцы, тяжко от нее потом избавиться. Сегодня я первый раз
сопровождала девочек в стране тысячи сказок. Мы провели там полдня. Сперва мы играли с дюймовочкой, а потом с Румцайсом. Он необычайно галантен для разбойника. Начинаю подозревать, что Изабелла Дракфор писала дневник под влиянием каких-то галлюциногенов, каннабиса обыкновенного, или... Тсс, не перебивай. Склоняю голову перед достижениями мастера Арториуса Вига. Он доказал, что в магических арканах ему нет равных. Погоди, погоди. Арториус был придворным чародеем, мастером иллюзий. А это означает... Регис, последний раз прошу, не перебивай, а то пойдешь в угол. Девочки сказали, что если я захочу выбраться туда одна, достаточно открыть книжку «Страна тысячи сказок» и повторить вслух заклинание «Экспекта людум». Книжка как ключ к иллюзиям. Ничего себе. Это уже интересно. Сегодня Сиану осматривали чародеи, присланные капитулом. Не знаю, к каким выводам они пришли, но его княжеская милость явно обеспокоена. Видимо, именно тогда у нее диагностировали синдром Черного Солнца. Или навесили ей такой ярлык. И вот дальше. Я спросила князя, что ждет княжну. Он не ответил. Сегодня занималась с девочками Нильфгаардским. Сиана очень старалась, хотя она с трудом запоминает новые слова. Княжна Анариэта демонстрирует большие способности, но более склонна к проказам. Когда она думала, что я не слышу, то сказала в мой адрес «Блёды Хойль». Они с Сианой смеялись во весь голос. Блёды — это ёбаны или ёбаные. А Хойль? В звучном языке наших не слишком дружелюбных южных соседей слово это означает место, в котором спина утрачивает свое благородное название. Знаю, это звучит неправдоподобно, но... Может, Анна Генриетта заточила Сиану в этой иллюзии? Может. Там она была бы в безопасности и в заперти. Давай проверим. Где там эта книга? Это оно? Экспекта людум. Регис? Регис! Страна тысячи сказок. Невероятно. Посмотрим, куда ведет эта дорога. Классный колен исходит с ума. Вся эта странная иллюзия, но настолько мощная, что ее нельзя рассеять.
зараза. Выпусти его. Какие-то звуки. Он схрумкал мои прянички. Теперь я его схрумкаю. Золотко, не то поссоримся еще. Сама открывай. А это кто? Заблудившийся путник? Не место тебе тот, миленький. Старый ты, бледный, худой. Но да не бойся, добавлю маслица, травочек. Славный выйдет гуляш. Вот только тебя поймаю. Ну давай, ты что, какой-то травы испугался? Ha ha ha!
какой-то травы испугался? Испугался.
Смерти-ка давай его. Береги, чтобы она тебя не обняла. Плохо у тебя выходит.